Чужих детей не бывает. Для них это не просто красивые слова. Члены комиссии по делам несовершеннолетних собираются раз в две недели и пропускают через себя каждую историю, которая оказалась у них на рассмотрении. Самое главное, что здесь работают неравнодушные люди, которые готовы всегда прийти и помочь ребенку. Какую бы ни была ситуацию, он попал. Каждый раз, приходя на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, отмечается, что каждому ребенку находятся такие важные слова, до каждого удается достучаться. В прошлом году комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела больше 1500 дел. И если до детей, как правило, удается достучаться, то работать с родителями тяжелее. Но и с этой задачей субъекты системы профилактики справляются хорошо. На территории нашей комиссии есть консультации, есть помощь реальная. Мы гордимся, что у нас есть замечательный правоохранительный блок, который мы можем позвонить, спросить не только во время заседания, когда они с нами, но в любой день, а как нам поступить на благо этого ребенка. В зале 6-го лицея собрались не только действующие представители субъектов профилактики, членов комиссии по делам несовершеннолетних, но и ветераны. Те, кто своим примером показывал, что равнодушным здесь не место. Когда мы работали, мы тоже исходили из того, чтобы не навредить. Вот я считаю, это самое основное, что должно быть у каждого из нас, тем более, что большинство из нас все-таки учителя. Если не работаем учителями, но все-таки у нас педагогическое образование, и с психологией мы как-то с вами знакомы. Принцип «не навреди» действует и сейчас. Несмотря на сложность работы, члены комиссии остаются оптимистами и прикладывают максимум усилий, чтобы каждый ребенок рос счастливым. У нас абсолютно разные семьи. И абсолютно разные у них проблемы и возможности. И, наверное, вот от всех здесь сидящих самое главное зависит, чтобы были все равно в целом главное и основное, чтобы у детей было будущее. И у каждого была своя дорога, но она была именно правильной. И поэтому она будет счастливой. Встретиться в неформальной обстановке за чашечкой чая членам комиссии удается нечасто. Такая возможность – уже хороший подарок на юбилей. Дополнили праздник музыкальные номера от учеников 6-го лицея. Заряд позитивной энергии получен, и завтра они с новыми силами встанут на защиту детства. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».